Экс-главе города Киниш Масуд изменил меру пресечения. Андрей Чужбинкин теперь находится не под домашним арестом, а в СИЗО. Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки в особо крупном размере. О том, чтобы обвиняемому изменили меру пресечения, ходатайствовал и Следственный комитет управления ФСБ. Находясь дома, Чужбинкин неоднократно нарушал запреты. Выходил за пределы места исполнения домашнего ареста, пользовался интернетом. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Чужбинкин и его защита знакомятся с материалами. А между тем в сети интернет продолжают появляться любопытные статьи. Журналист издания «Версия» настаивает на невиновности Андрея Чужбинкина. Схему фальсификации факта взяточничества, по мнению автора, разработали совместно сотрудники Следственного управления, ФСБ и УФСИНа. Кроме того, автор статьи ссылается на некого принципиального ивановского журналиста, по мнению которого Андрей Чужбинкин оказался в роли козла отпущения. Роль для Чужбинкина выбрал никто иной, как бывший губернатор Михаил Мень. Статья так и называлась «От Эвменя к Меньстрою». Сложно оценить достоверность материала, зато можно в полной мере насладиться иллюстрациями.